Всем привет! Сегодня у нас 16 сентября 2023 года. Вот приехали на дачу после двухнедельного перерыва. И смотрим, что здесь у нас поменялось. Ну, под этой яблоней немножко нападали яблоки. Это яблоня поздняя. И яблоки созреют попозже. Поэтому нападало мало. Очень много нападало рябины. Сейчас придется вот это все убирать. Вот, и здесь, под этой летней яблоней, естественно, очень много яблок. Сейчас тоже это придется все убирать. Много гнилых. Туя моя, похоже, погибает. А может быть, это осеннее потемнение листьев, но у других-то не темнеет. Непонятно, что такое с ней. Наверное, она засохнет в итоге. Вот там немножко зелененьких есть листиков. Где тут мой палец? А вот. Да, яблок опять много. Кое-какие хорошие. Вот крупные такие. В этом году, в принципе, неплохой был бы урожай, если бы мы его снимали с веток. Естественно, разрослась трава, как обычно. Немного земляники здесь опять поспело. Надо будет собрать. Мята расцвела вовсю. Ну и остальное все приблизительно то же самое, что и в прошлый раз. Если я успею, то чабрец срежу. Там он немножко даже еще цветет почему-то. Туя так хорошо прибавила в росте. Тут тоже земляника еще есть. И посмотрим, что тут у меня с клубникой. Ну вот тут она вроде бы ничего. Посмотрим, как она дальше себя поведет. Наверное, надо снимать эти клубники уже. А то под ними уже мох. Так, здесь что? Здесь у меня веточка должна прикорениться от другой туи. Ну, не знаю, наверное, это надо будет оставить на зиму, а дальше смотреть. Это наш несчастный то ли черешня, то ли что. Похоже на черешню. Ну и вот тут опять газон. Тоже очень быстро вырос. Но, скорее всего, здесь сегодня мы его стричь не будем. Клематисы, оказывается, как долго цветут-то. Что-то я не ожидала от них такого. Неплохо получилось. И наша эта черноплодная рябина, так ее брат не собрал. Мы ему сказали, чтобы он приехал. Что-то он так и не удосужился. Ну, она уже сохнет вообще-то. Вот, и разросся дайкон. Его надо будет окучивать. Вот он как у нас сильно вылез из земли. Надо будет его окучить. О, вон как торчит. Там очень сильно. Ух ты, мне кажется, даже мы не сможем это окучить. Наверное, так и должно быть. Это же такой овощ, так сказать, корнеплод. То есть, он такой должен быть, наверное. Ну и моя несчастная грядка с клубникой необработанная. Я планирую вот на эту часть, на эту половину, досадить из усов. Будет чисто клубничная грядка. И вот эту грядку тоже всю перекопать, оставить ее под чеснок, как она раньше и была. Тут у нас созрел, опять будет самосевом везде, этот укроп. И наш этот несчастный дуб из Массандровского парка вроде бы живет. Ну, в общем, вот такие дела. Надо будет подметать вот эту дорожку, убирать яблоки. Ну, какие еще дела делать, помимо еще окучивания дайкона. Да, непонятно. Что-то в прошлый раз я не помню, чтобы так он так высоко вылезал. Ну, может, и вылезал. Но он не везде так вылез. Не везде. Ну, в общем, вот такие дела у нас. Всем пока.